cut back in by Monreal, then Lacazette scores, turned on a sixpence and buried the chance. 1-0 Arsenal, and Fulham still can't get a clean sheet. Look where the goals come from, the left hand side of the park. Too many gaps defensively for Fulham. I've got to say, what a great first touch from Lacazette. Luciano Vietto, nice idea here. Schürrle, 1-1. Lovely move from Fulham. Took Arsenal. That for Andre Schürrle. And very, very deftly. Everywhere. And that finish is so cool from Schürrle. Out of nowhere. 1-1. Third. See Leno rushing out. And then just to flick it over him. Brilliant, brilliant finish. Blow away. It's a great time ball from Vietto. Great run from Schürrle. And then the awareness. Very, very well. Жестко ставить ладонь. Еще один удар и гол! И снова Лаказет! Это его трудовой, трудовейший. Пробил как, а? Да, но тут Бетинелли уже ничего не мог сделать. И мне кажется, что тут винить его бессмысленно. Потому как удар получился, во-первых, неожиданный, раз, а во-вторых, технически очень сложный для отражения. Давайте посмотрим еще раз. Как это все было сделано. А дальше Мхитаряна. Вот передачка подкачала. Однако подача. И гол. Вот это гол. Всем голам гол. Рэмзи 3-1. Только вышел. Второе касание валится. 3-1. Ну, Унай, поднимай валицу. Зарплату стоит он того. Он ее отработает. Не жадничай. Но Ленирин. Острение передача. Удар! 4-1. Все. Абамиянг. Это уже точно победа. Победа. Девятая подряд во всех турнирах. Да. А ведь эксперт на Sky Sports стал победную волну. И 5-1. 5-1. Арсенал размазывает по Craven Cottage. Да, но даже Унаю Эмери неудобно как-то. Опустил глаза, смущенно улыбается и не смотрит в сторону Славиша Юкановича. Прости, брат. Да, но Юканович... Нет, он, конечно... Да. Из двух револьверов стреляться не будет. В висок, в левый, правый, но... Конечно, нужно будет расслабиться после такого. 1-5, это слишком...